Добрый вечер, мы из Украины. Смотрите, ну не стреляем уже, не стреляют. Отошли они от Кульбакинского аэропорта, потом они отошли на НАРП, ну, это Николаевский авиаремонтный завод, который туда мы все вывезли, самолеты, которые там оставались, два сожгли, были в ремонте. Вот, но они не вышли, они в Кульбакино, их нет, но они там говорят, сторожа побили, что ключи забрали, чего-то там, рассредоточились туда за кооператив. То есть прям под городом, а еще дальше у них там стоит техника. В общем, невеселая ситуация. Они вроде как и тут, но вроде как и в городе их нет. Там не стреляют, охраняют себя. Ну, скажем так, не могу назвать это победой там мега, потому что врага не подбили, не сожгли, они отступили. Вот, без жертв с нашей стороны. Ну, вот так, как есть, так и есть. Ночь, я думаю, будет тихая, потому что мы их ждем с той стороны. Они вряд ли пойдут, если будут обходить, разве что. Но ночью, я думаю, этого не будет. Но это если в двух словах. Занимается противник передислокацией техники. Ездит, вошкается там на восточной стороне области. Вот. В Херсоне очень порадовались, что акции пытались сделать. Накормить гуманитарку, подсолнечное масло. Никто толком не пришел. Люди ходят нашими флагами украинскими говорят, идите отсюда все. Только-только, я так понимаю, Херсон просыпается и против того, чтобы навязывали свое мнение херсонцам. То есть, поэтому я за Херсон держу кулаки. Ребята, давайте там, не сдавайтесь, то есть выгоняйте их руками. Похоже, тут их проще руками выгнать, чем автоматами, потому что вооружение у них там посерьезнее. Но нам как бы все равно, то есть мы свое не сдадим, то есть мы будем обороняться чем есть и до тех пор, пока есть. Но в городе их нет. Можно спать спокойно. Я так думаю. Спокойной ночи.